Как мы сообщали, на прошлой неделе в Стамбуле были задержаны лица, готовящие покушение на жизнь вора в законе Лотугули. И вот стало известно, что задержанный полицией в Стамбуле 31 января, главарь банды Андрей Малый на самом деле оказался грузином Гурамом Чехладзе. Как передает Вести АС со ссылкой на турецкие СМИ, сотрудников правоохранительных органов ввело в заблуждение фальшивый паспорт Чехладзе. Среди членов банды – 3 украинца, 8 азербайджанцев, 4 грузина и 1 гражданин России. Отметим, что целью задержанной банды было совершение нападения на лидера другой группировки, азербайджанца Надира Салифова, известного под псевдонимом Лотугули, и его людей. На распространенных кадрах также есть моменты нанесения ножевых ранений стороннику Гули в декабре прошлого года в одном из кафе в местечке Бишекташ. У задержанных было изъято около 12 единиц оружия. Турецкая полиция проводит следствие в связи с бандформированием.